серия, вы сказали, я сделал. И я сразу хотел сказать ту штуку, что солнце уже довольно-таки низко, поэтому если я поставлю камеру под на солнце, оно будет видеть либо в камеру, либо мне в лицо, скажем так. Поэтому я, короче, сижу в теньке. Ладно, как обычно, я беру шпаргалку. Что мне тут написано-то? Ага, самое первое, что я хотел сказать, это про то, что мне написал Илья Тафанчук. Он сказал танец, и, блин, это мега офигенская идея. Опять же, так же самое, как с маской коня. Ну, я очень хотел это снять, но, блин, я просто... Я хотел поставить танец, я хотел напречь там Олю, ее сестру, чтобы они типа были на потанцовке. Но я, короче, завтыкал, я забыл, закрутился, и я решил, что я сделаю просто потом отдельно видео, или я сделаю там... Типа золотой выпуск там самых лучших ваших предложений. Я не знаю. Ну, короче, это тоже будет. Я обещаю. И... Да. Дальше. Вот, потом мне много чего, короче, понаписывали такого интересного. Я решил из этого сделать мега-комбо. И я тогда вот с этого комбо мы и начнем. Здесь шоколадку за 100 шагов. 100 граммовую. Вот что, 100 грамм. Да. Да. Это... Мега-комбо. Короче, еще испытание будет только для меня и для Ульи, потому что одно, и она, короче, несет камеру. А мы с ним много срались, потому что я писал, как он нас не снимает. Ну ладно. Да? Окей. Проблема в том, что лето, мы в киоск, это мы идем в киоск, и там типа, говорит, нам только привезли эти шоколадки. Она вообще, короче, жидкая практически. Я быстро иду. Ух ты ж. Да, это реально, это мало похоже на шоколадку. Это нормальный шоколад. Так. Стоп. Короче, я походу буду ее больше пить. Окей. Я тогда начну. Подойди, покажи просто, что... Что она реально нифига не твердая, и что это, короче, страшно. Ладно. Идем, 100 шагов. Раз. Блядь. 4, 5, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Она очень похожа на нутеллу. 28, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ее сложно выдавливать. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Я сейчас покажу, что там. Там, походу, ничего не осталось. Все. И мы уже, по сути, пришли. Я захавал довольно-таки много фольги. И выкидываю на улицу. Так, сейчас я, короче, покажу, что тут осталось. Тут осталось, ну,
очень мало, мне кажется, то, что по сути даже было сложно выдавить. Окей, ну я не знаю, получилось или нет, ладно. Я-то сейчас иду, тоже выбрал. Теперь мы идем к кран. На шаг надо помыть руки. А вода горячая. Чуть дальше, встань, пожалуйста. Все, нормально. Теперь второе было это выпить ботинок. Ой, выпить воду из ботинка. Ага, я же тебе рассказывал, вот тут оно крутится, вот, вот тут раскрутило и все, оно поднимает. Сейчас Оля настроит, потому что она. Потому что, ну вы знаете. Все? Угу. Да? Сейчас подожди. Короче, ну я пока. Я разуваюсь. Ты больше должна. Я как бы мои ноги должны попадать. Поняла. Да, поняла. Угу. Я разуваюсь. Специально я так делал, потому что чтобы вы видели, что я вообще как бы шел. Я все лето проходил в эти, скажем так, силиконы. Там может какая-то хрень будет. Так. Видно? Что там? Что там всякий хлам? Да? Окей. Какая-то херня плавает. Не, я это вылью, потому что это не прикольно. Да. Видно, да? Подожди. Угу. Ну все, пью. Ладно, пошли дальше. Сколько видео идет? 7 минут. 7 минут? 7,5. Я думал, будет больше. Окей. Следующее задание было это поднять руку вверх, посмотреть на руку и быстро 30 раз покрутиться вокруг себя. Окей? Быстро 30 раз. Ты будешь считать или я мне самому считаю? Давай ты вслух считай. Я вслух? Хорошо. Сейчас. Блин, солнце еще? Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. Воу! 14, воу! 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ого-го. Сейчас. Сейчас меня попугают. Правое плечо ведет. Серьезно? Вот так вот ведет. Серьезно? Я тоже хочу. Я тоже хочу. Ой, сейчас. Я тоже хочу. Все. Вроде попустило. Окей. Дальше. Кулечек.
Так. В карманах ничего нет. Вода не очень. Было сказано надеть уклёк на голову и типа прыгнуть в бассейн или занырнуть в бассейн. Там было написано 10 секунд. То есть типа должен нырнуть в бассейн с кульком на голове и не всплывать 10 секунд. Ну я так понял. Окей. Так. Короче, я как это буду делать? Я, наверное, вот так вот сяду, туда упаду. Поняла. Наверное, ты как-то надо поменять. О, давай вот оттуда. Давай. Ну, потом, когда я упаду, ты как бы... Я поняла. Подойдешь. Ага. Так, вообще-то как бы это опасно, так можно типа и задохнуться, и там утонуть. Ну ладно. Не повторяйте это дома, да? Типа так же. Был воздух, и он как бы, я не могу под воду уйти с кульком на голове. То есть это как поплавок. Сейчас еще раз я просто покажу. Вот я кулек, я когда сейчас пойду под воду, там будет воздух, он мне просто не даст голову под воду. Короче, никак. Ладно. Ой, переходи сюда. Да спусти воздух. А? Спусти воздух. Выпусти теплый воздух и давай. Да, выпусти теплый воздух. Чуть нахлебался. Мне немного стрёмно, потому что мне сегодня еще есть корицу. Там еще перец чили мы хотели. Ну ладно. Просто я все снимаю в один день. Сейчас, секундочку, немного так некрасиво, но. Я могу пока показать. Не, не вот. Надо. А, не. Вот я говорил, что вот без этой хуйни, давай, да? Так вот. Может, ты стесняешься? Ну меня после шоколада, после этой вертушки, меня, ну, знаешь, как она меня колбать? Может, ты ближе подойдешь, а? Вот сюда вот. Вот сюда вот. Еще, да. Подожди, вот так вот. Да, и опусти чуть-чуть камеру сам. Не-не, все нормально. Так нормально. Да, блядь. Ну, я думаю, вы поняли, что это, да? Ну, да, задание намылить глаза, либо язык. Глаза я не люблю, я вообще, я не могу плавать под водой с открытыми глазами, у меня как-то сразу, короче, какие-то конвульсии начинаются. Я лучше себе намылю язык. Где? Это то же самое мыло, там, ну, мылись. Бля. Ой, тебя так пахнет уже. А белая хотя бы, нет? Да. А? О, боже, да. О! Блядь. Ой! Фу, все, нормально. Я думаю, язык хватит мылить сейчас. Бля. Вы когда принимали летние души, когда там лежит мыло, ты мылишься, и такой запах, ну, именно... мыло. Так вот, вот на вкус оно точно такое же, именно вкус, вот именно мыло.
Я, кстати, думал, что если я так поделаю, то я смогу потом ртом эти надувать шарики, короче, ну вы поняли. Мыльные пузыри. А, ладно, ну это мега-комбо. Я закончил. Комбо закончилось, что у нас? Дальше... Кстати, в комбо не было ничего абсолютно сложного, даже это вот выпить из воды. Боже, да что ты... Я сейчас в этих кроссовках, вообще пофиг. Ладно, далее, меня написала Оля Круг. Это, кто не знает, меня спрашивает, кто такая Оля, кто такая, это моя девушка. Она написала сыграть в Outlast, и, в принципе, это, короче, кликабельно, вы можете кликнуть и, короче, посмотрите, как я играю в Outlast, типа, и купировать бутылочки. Ну, ладно, дальше. Игорь, вот это, ну, вау. Блин, короче, я написал почерк не очень разборчивый, но он написал, что я вот перечислил какую-то сумму на ВМР кошелек. А почему бы и нет? Ну что, деньги тебе переслать? Окей, копируем кошелек. Захожу в свой. Передать ВМ в кошелек. Куда? Сумма, ну я не знаю. Я думал тебе скинуть руб, ну мало, 100, ну много. Я тебе скину, тем более у меня всего 45. Я тебе скину, короче, 20 рубасов. 20 рубасов. И пишу примечание. Ты сказал, я сделал. Вот, вот так вот. Далее. Сейчас мне придет смс-ка. Или не придет, или что, да, сейчас придет. Сейчас должна прийти смс-ка. Вот, смс-ка. 170. Окей. Добавить его? Да не, если хочешь, ты меня добавь. Так, что я, короче, вот, да. Ну, я тебя переслал. Все, ты сказал, я сделал. Поздравляю тебя, ты получил 20 рублей. Ну, деньги я перечислил, я вот посмотрел, дочитал, что тут написано. Я заметил, что чувак, который предлагал намылить глаза или язык, это амошник Шанель. Потому что именно Шанель читается, то, как ты написал, в букве Channel, две буквы N. Вот, я просто забыл про это сказать. Ладно, дальше идем. Дальше у нас идет вот Кирилл Ручкин. Он написал, чтобы я раздавил 3 яйца одной рукой. Но, чувак, ты не написал, чтобы я не использовал большой палец. Потому что вот так вот раздавить реально сложно. А с большим пальцем это намного легче. Ну, в принципе, смотрим. В общем, ставлю таймер и буду лопать яйцо. Да. Ну, как я уже сказал, то, что он не упомянул про этот палец. Потому что вся сложность именно в этом пальце. Так. Ставим яйцо этими четырьмя пальцами. Блядь. А, кстати, у меня же 3 минуты, блядь, я забыл. Да, так сложно, окей, тогда буду с этим пальцем пробовать. Да ну нахуй! Так, стоп. О! Есть, одно. Второе. Так! Блядь, оно, короче, скользкое стало. Сейчас, подожди, я оттрову руку, вытру, нормально, дальше. Да чё оно такое-то? Так вот, реально так хочется, рука прям тянется, вот так вот добавить, так его треснуть, так нельзя. Да! Скажи, когда будем? Там 3 минуты с чем-то. Потому что я ж не ровно начал. Давай, сука, рука тянется. Ой! Блин, сейчас. Я быстро руку сполосну. Я руку сполоснул, потому что вся херня в том, что, блядь, рука просто скользкая, да и все. Сука. Почему? Вот, хорошо, может, это просто плохой язык. Я тогда, это опять тоже. Я сполоснул руку после того, яйца скользкого. Сейчас я его вытру. Сколько времени?
2,5 минуты. Да! О! Быстро! Сейчас, тогда я опять это все полосну. Так, все, вытираю. Так, яйцо вытер. Рука. Сколько времени? 2:40. Сейчас. Вот, оно когда сухое, его намного как-то легче. Блин, причем это... О! Есть! 3 яйца, я вложился. Что, я показала яйца? Да, теперь меня показывают. Теперь показывай, тебе говори. Я просто... Суть была в том, что если бы я не успел, то как бы, да, мне пришлось бы эти яйца себе в голову разбивать. Но я успел. Да, то, что я бегал, это я не жульничал, я не менял яйца, они там не были треснутые, просто... Оно реально, вот оно когда, ну вот, этот белок, желток, он очень скользкий, когда просто, ну, пальцы скользят, ну, короче, я думаю, вы поняли. Окей! Реально, после того, как я разбил первое яйцо, у меня руки были очень-очень вот как-то в этом вот желтке, белке, они были такие скользкие, поэтому я вот бегал в бассейн, я мочил руку, вытирал об себя, и, ну, рука становилась более, скажем так, сухой, и мне было намного удобнее сухой рукой и хлопать. Окей, дальше идет. Что, мне писали там выпить 2 литра воды или выпить литр воды, а там то, там все, короче, я решил просто так от себя немножко это перековыркать. 2 литра воды я пить не буду, поэтому я вот, короче, смотрите. Воду пьют слабаки. Вот я набрал, тут видно, наверное, видно, Оль? Угу. Нормально, да? Немножко. Фокус там навелся, там да, все дела? Да. Окей. Это, короче, 0,5, это крутой стаканчик от Summersby. И ну, буду выпивать, я не знаю, я думаю, я смогу, потому что я когда был в 9 классе, я выпивал литр пива, дал. Окей. Есть чем похвастаться. Погнали. А, подожди. Ой, бля. Вот самое смачное, это после большого залпа, вот это вот, выпустить газы. Ну, не горячий воздух, а газы. Окей. Вот это вот задание, которое я сам себе придумал, мне реально понравилось. Да, оно мне понравилось. Окей, что, потом мне написали много кто съесть перец чили. Это мистер Рон и Юра Бакланов и Жека Йопт. И как раз вот Жека Йопт, он предложил еще пройти The World Hardest Game. Да, так она называется. Вот тоже эта ссылочка на кликабель, можете нажать, посмотреть, как я в это играю. И... Все, короче, ссылочка пропадает, и дальше мы тогда будем смотреть, как я буду есть перец чили. Я Оля. Да. Перец. Вот я купил перец горький чили, написано. Ценники. Он, кстати, не продается поштучно, потому что он очень мало весит, поэтому мне пришлось купить 4 штуки. Так, я выберу... Окей, да, значит, этот я не беру, потому что он грязный. Надо бы их, наверное, было бы помыть, да, сначала. Ладно, это будет тогда такой... Я возьму самый маленький из них. Наверное, это вот этот. Потому что буду я его есть полностью. Я не знаю, насколько он острый, но я возьму самый маленький. Так. И ну, молоко. Самое жирное, я нашел 4%. Ладно. Так. Он может быть острый, а может быть нет. Я не знаю, что это. Ух ты, блядь.
Бля, он реально острый. Не, не надо. Ой. А если я буду его есть и запивать молоком и опять есть, мне плохо будет, да? Дальше. А дальше походу будет еще хуже, да? Семечки. Семки. Не есть семки. Я знаю, я могу его не жевать, я могу его просто так глотать, как утка, да? Мне было бы хуже. Да хуже? Мало. Там в желудке. Почему вы все даете мне задание, чтобы съесть? И всегда все пишут про яйца. Ну, про куриные яйца. Ну вот тебе перец теперь. Я. Семки не ешь, не ешь семки. Покажи. А, приблизь. Ну, нет, нет, глядь. Видно, как много там семечек? Угу. Ой, блядь. Может, я выпью молока, потом доем? Попробуй. Но тут остался именно самый... О, как выпускает. Да, реально. О. Бля, после перца молоко такое вкусное. Бля, ну оно все равно ржет во рту. Сука. А. Я знаю, я. Блядь. Я, короче, буду его кусать. Я буду кусать, буду сразу его запивать. Блять, да что? Мне нравится, что собака тебе помогает. Ой, блядь. Окей, дальше. Блин, надо запить, укусить, сразу запить. Сука! Не, вот реально. Мне уже скорую, сука, вызывать. После молока легче, но потом опять оно так постепенно начинает нагнетать, и опять оно жутко печет во рту, и оно начинает пыхти меня где-то прям. Бля, только что-то, что у меня вот от рта до прям желудка, это все мой язык, и у меня весь язык печет. Я хотел купить больше. Мне кажется, не хватит. Thank you.
я думаю, что я, ну, как бы доел. Тот, блядь. Ой, блядь. У меня именно реально огненное дыхание, вот как это показывают. У меня такое чувство, что если я сейчас запалю. А ну как? Да, бездомная кармана, у меня в карманах есть все. Вот если я сделаю так вот. Но я старался. Я пытался. Да, я думаю, все, я сейчас допью молоко, и меня нормально отпустит. А, блядь, ну перец был реально острый. Фух, ну я с этим закончил. После того, как я съел перец чили, я очень сильно переживал, ну, из-за того, что я был у Оли дома, мне надо было потом приехать себе домой на машине, я боялся, что в процессе того, как я буду ехать, мне будет, как сейчас, что такое. Кто звонит? Нет, чувак. Вот, да. В процессе того, как я буду ехать домой, мне станет плохо, или вообще объяснует, короче, этот гаишник, я на него дыхну. У меня реально был такой жесткий аромат этого чили. Оля говорит, я когда на него дыхнул, я вообще ей прям в глазах, короче, плохо стало. И, ну, этот чили, он, вот, скажем так, когда он выходил, я чувствовал приблизительно то же самое, что и ртом. Если вы понимаете про что. Да. Окей, дальше у нас Максим Дунайцев. Он сказал, что чтобы я нарисовал себя, либо кого-то с закрытыми глазами. Ну, это, наверное, будет последнее, что у нас будет в этом выпуске. И тогда смотрим его. И я так понимаю, что мне эта доска очень даже пригодилась. Ну, как я говорил уже раньше, это у меня были всякие записи. Ладно, я их стираю. То есть ничего, по сути, очень важного. Ну, для начала я хотел бы сказать, что... Кстати, вот это я хотел бы... Это не сложно написать. Нам надо просто чертить, например, слово «Вася». Нам надо просто чертить самую верхнюю и самую правую линию. Ну, вот, например... левую и нижнюю линию того контура, что внутри, вот, грубо говоря, да. Тут как бы я ни рисовал, то понятно, что она будет V, то есть будет S. Вот. Ну, короче, да, это просто то, что подставишь. Не важно ни о чем. Окей. Что? Хотел бы сказать то, что я на самом деле вообще даже я не умею рисовать. То есть если я вот даже я сейчас сижу с открытыми глазами, я сейчас попробую нарисовать котенка. Ну я не знаю. Ну, ладно, человека, хорошо, я попробую нарисовать лицо. Блин, а что, у меня круто получается. Ну, на самом деле, да. На самом деле, реально, довольно-таки неплохо, как по мне. Но я не умею рисовать. Я вообще не умею рисовать. Я просто ужасно рисую. И, как я всегда говорю, я даже круг рисую с помощью линейки. Вот. Но... ну, ладно, окей, сейчас. Я тогда беру повязку. Ладно. Ну, я не знаю. Короче, я ничего не вижу, реально, так, грани, я должен хотя бы понять, где грани. Окей, я буду рисовать сначала лицо, себя, либо кого-то другого. Я думаю, что если я буду рисовать себя или Олю, вы не почувствуете разницу, потому что это будет ужасно. Так, ладно, опять грани-то верхние. Я сначала буду рисовать лицо, ну то есть, ну, контуры лица. Так, я забыл где.
как-то вот так вот. Вот типа ухо. И вот тут типа ухо. Потом вот тут типа челочка. Вот это вот, допустим, бровь будет. И вот это вот будет бровь. Так, допустим, это лицо. Сейчас, мне самому интересно, что получилось. Нихера себе. Довольно-таки неплохо. Я думал, что будет... Вот, я опять себе зарезал, я опять ничего не вижу. Так. Я думаю, я все вытер. Я думаю. Окей. Попробую нарисовать человека в полный рост. Так, допустим, вот это вот лицо, это у него идет плечо, рука, туловище, рука, и типа в голову. Потом вот тут начинается нога, опа, потом вот тут вот, это типа, ну как бы ботинок, следующая нога. Ну, допустим, да, вот так вот. Теперь глаза ему. Где-то вот тут у него глаза, нос, рот. Потом где-то вот тут приблизительно у него будет как вот такая типа рубашка, пуговички. Наверное, вот тут вот где-то у него будет пояс. Ну, допустим, вот. Мне интересно дальше. Опять же, что у меня получилось, что я нарисовал? Прикольно! Мне кажется, довольно-таки неплохо. Окей. Так, сейчас я опять это все стираю. Здесь стираю. И попробую-ка я нарисовать, даже уже, наверное, не человек, я попробую нарисовать машину. Так. Ну, я не знаю, ну, блин, я реально ничего не вижу. То есть у меня оно вот даже... На губы находится эта штука, она не прозрачная, нифига. Так, машина. Я, наверное, начну, чтобы было сложно с колеса. Главное это понимать вот границы этой доски, где она начинается, где она заканчивается и где я. Например, вот колесо, вот так вокруг колеса, потом вот так, это у нас будет седан. Так вот, потом вот так, капот, и типа вот, зашло. А вот тут у меня будет типа фара, вот тут типа разделение, тут типа будут двери, вот так вот, это типа окно. Вот тут будет ручка, вот тут типа вторые двери, а вот тут типа как бы вот, окно заднее. Тут будет антенна на заднем багажнике. Еще я нарисую такие типа крестики на колесах. Окей. Я думаю, я попал. Сейчас я посмотрю. Ну, опять же, довольно-таки неплохо. Хорошо. То дальше я еще нарисую. Я попробую. Так. Я, кстати, вы можете мне доверять, потому что я не люблю жульничать. Если мне сказали закрытыми глазами, значит я реально это делаю закрытыми глазами. Окей. Что я нарисую? Я нарисую котенка. Это все-таки написал Дунайцев. Я его нарисую. Попробую нарисовать его кота, который сидит в какой-то там позе. То есть. У него будет вот так вот макушка, ушко, вот так вот, тут у него типа глазик, такой типа носик, две ноздри, это у него усики, вот это вот тут у него, наверное, рот, потом идет туловище, и вот так вот, кто-нибудь типа лапка. Лапка. А вот тут у него идет дальше тело. Вот
от головы идет тело вот сюда, вот. И тут у него типа тоже две лапки, как-то вот так вот. И идет хвост. Ну, приблизительно. Приблизительно. Так, смотрим, что получилось. Вау! А у меня реально классно получилось! Прикольно! Я просто не ожидал то, что я смогу так, ну, я открытыми глазами так, наверное, не нарисую. Сейчас я попробую открытыми глазами нарисовать. Мне кажется, то, что я когда рисовал закрытыми глазами, у меня получилось лучше. Да, ну это мое такое, такие ощущения у меня. Ну ладно. Я буду считать, что я это выполнил. Ну вот и все. Мы посмотрели все ваши задания. Вы можете оставлять мне задания либо в комментах ВКонтакте. Под видео будет в описании ссылка, куда написать комменты, либо вы можете писать в YouTube. Но в YouTube там немного глючные контакты, поэтому я могу ваши предложения потерять. Вы можете также писать в Twitter, в Instagram, куда там еще. Я не знаю, короче, где вы там, в Фейсбуке, просто ставить вот хэштег Sinas66, и я буду иногда по нему гуглить, потому что вот после первого выпуска. Ну так, пару человек пытались написать с этим хэштегом, но они, короче, писали это ВКонтакте, и я и так ВКонтакте это вижу. Ну, в принципе, все, да, всем вам спасибо за просмотр, если вам понравилось, поставьте лайк, и всем пока. Напоследок, я нарисую, я просто придумал, что я нарисую. Я нарисую все-таки вот это вот, то, что я хотел, у меня уже заканчивается маркер. Это я напишу вот то, что мне нравится, вот эти вот. Короче, я напишу Пашкамани. Попробую написать его как-то красиво. Хотя у меня даже, если вы увидели мой почерк, это вот это, короче. Как-то, в общем, так, я думал, что все влезет в одно, но нет, я слишком большой шрифт выбрал. И ладно, не очень так получилось, но окей, пусть будет так.